Авиакомпания «Алроса» модернизирует вертолетный парк. Кроме привычных модификаций вертолета Ми-8, «Алроса» готовится приобрести винтокрылые машины, рассчитанные на 6 или 10 мест. По словам генерального директора авиакомпании Андрея Гулова, подобные вертолеты позволят решить сразу несколько задач. По патрулированию, в первую очередь, учитывая то, что строятся обширно нефтепроводы, газопроводы, значит, их обязательно в связи с экологическими требованиями необходимо, значит, патрулировать. Видим также нишу для небольших вертолетов, это в санитарной авиации. Здесь уверены, что огромный, значит, задел, когда можно с меньшими затратами оказать большему количеству людей ту своевременную помощь, в которой они, безусловно, нуждаются.